Т-14 «Армата». Т-14 – новейший российский основной танк с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы «Армата». Впервые танк был публично представлен в 2015 году. Т-14 является стелс-танком с кардинальным снижением видимости в инфракрасном, радио и магнитном диапазоне, что сокращает дистанцию захвата цели «Птур», «Джавелин», «Спайк» или «Бримстоун» и аналогичных им в 2,7 раза, даже без использования танком аэрозолей. Т-14 оборудован динамическим бронированием 4-го поколения «Малахит», способным отражать с вероятностью более 95% выстрелы из ручных противотанковых гранатометов, а также разрушать современные подкалиберные противотанковые снаряды, даже пущенные в борт танка. Танк вооружен 125-мм гладкоствольной пушкой 2А82. Также имеется дистанционно управляемая оружейная станция, вооруженная 7,62-мм пулеметом Т-90М. В 2017 году на одном из мероприятий Министерства обороны впервые показали модернизированный российский танк Т-90М. Проект Т-90М предусматривает едва ли не крупнейшую за все время модернизацию базовой машины, за счет которой та должна получить повышенные характеристики и расширенные возможности. Ключевой характеристикой любого танка является его живучесть. Штатная комбинированная броня лба, корпуса и башни дополняется новой накладной защитой. Лобовая проекция и часть других поверхностей оснащаются современной динамической защитой типа «Реликт». Прочие части танка закрываются экранами. Основным оружием бронемашины является 125-мм гладкоствольное орудие. Пусковая установка 2А46М4. Эта система способна использовать все существующие танковые боеприпасы, а также применяется с комплексом управляемого вооружения 9К119 «Рефлекс». Также проект предусматривает использование спаренного пулемета калибром 7,62 мм и зенитного 12,7-мм НСВ. На этом все. Также ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы...